Всем привет. Получил MIDI-клавиатуру из розетки, но упаковка оказалась, по-моему, поломанной. Вот здесь изгиб видно и поломана коробка. Сейчас открою, не знаю, что же там внутри. Ну вот, коробка разбита, разломана. Эти не заклеены, то есть скрывалась коробка. Какую-то глушку, что ли, прислали. Самое печальное, что излом с тыльной стороны, там где вся амуниция, где клавиши, здесь есть пространство. Вот такой вид имеет. Такое ощущение, как будто пенис сел передохнуть в машине во время транспортировки. Сниму пленку, интересно, наклейка или обыкновенная. Нет, не клейка. А если, интересно, назад отправлять нужно, наклеивать обратно. Она, кстати, обратно очень хорошо ложится, если аккуратненько, не так торопясь, как я, то можно как бы, как будто бы и не снимали. То есть можно попользоваться немножко. А потом клавиши достаточно опористые такие, не мягкие, но пружинят-то не так настойчиво обратно и быстро. Раз, полувзвешенные. Но я знаю, и полувзвешенные я видел, разбирали такой аппарат, там тоже резинки, механизма никакого нет, весь механизм в упругости определенного сорта и определенной конфигурации резинок. Вот так дальше иду, кажется, вроде бы как легче. Это кажется, скорее всего. До мажор. Где-то два. Вот, нота до. Раз, два, три, четыре. Вторая нота средняя. Раз, два, три. Аккорд. До мажор. Кнопки нажимаются четко. Как у меня на телевизоре, громкость, упругие, четкие, шумные, ползунки, упругие, мягкие, приятно управлять, но просто так быстро, скорее всего, не выйдет, нужно попадать в центр или так. Крутилки. Крутилки такие, чуть утяжеленные, как будто бы там что-то есть тяжеленькое. Похоже на конденсатор переменного типа емкости. Как раньше устанавливали на приемники. Эти кнопки мягкие. Скорее всего, для быстрой работы значительно мягче. Эти поинтереснее кнопки. Может быть, просто здесь от случайного нажатия страховка. Здесь не нажимается ничего. Скорее всего, от касания какая-то индукция, конденсация, магнетизм и так далее. Включил в сеть.
Клавиатура очень удобная. Эта модель мне понравилась. Всем пока.